Всем привет, дорогие друзья! С вами Родригес, мы продолжаем играть дальше в Far Cry 4. Проходим по сюжету. Так, ну давайте посмотрим, что у нас с прошлой серии изменилось. Так, значит, мы открыли кобуру прошлой серии, мы расширили. Так, рюкзак нужно нам сделать, шкуры горного резуса, шкуры кабана. Очень много еще нужно животных нам разделать, да, для того, чтобы вот прокачаться. Вот такая игра. В общем, не совсем гуманная, но что поделать. Так, ну давайте посмотрим. Я где-то здесь вроде бы видел кабанов. Нам нужно 3 шкуры кабана, и мы должны их сейчас... вот они. Кабанчики. Так. Помогите! Один гад. Шел. Жестко. Получилось. Я, конечно, животных люблю. Но что поделать? Жизнь такая. Надо выживать в этих ужасных, страшных джунглях. Так, второй кабан. Утречко, раннее утро. Мы сразу вышли на охоту. На кабанов. Прямо в правый висок. Все, вроде бы. Возьмем сколько нам надо, не будем злоупотреблять. Места все-таки девственные такие. Так. Шкура кабана, что-то я не понял. А, так, а это что такое? Шкура кабана, тоже вот, например. А, шкура вепря. А, это был вепрь. Ну вот, а я думал, это кабан был. Ну ладно, что, давайте вепря. Давайте вепря. И еще нам что? Сумка с патронами. Значит, мы расширили запас здоровья. Так, тут кабанчик у нас. Еще один вепрь, вернее, вепрь. Это, наверное, маленький кабан, да? Так. Смотрим. Изготовление. А сумка с патронами. Так. Так. Что-то опять ошибся, что ли? Что такое? А, нет, все нормально. Шкура с патронами. Так. И вот еще у нас шкура тибетского волка. Ух ты. Есть еще... Еще один момент. Ну вот, прокачиваемся потихоньку, на месте не стоим. Давайте двигаться дальше, пойдем к сюжетной миссии. Итак, мы оказались, прибежали домой. Так, посмотрим, что тут у нас дома. Кровать. Все тут шикарно. Так. Значит, купить и настроить. Я уже купил себе ингредиенты. Инъектор, вернее, здоровья. Бронежилет. Давайте посмотрим, что тут у нас есть из оружия. Так, скорпион. Угу. Здесь можно и покрасить его, в общем, и... Это пистолет, да? Можно выбрать себе пистолет. Давайте... Вот это место для пистолета будет, да? Так, ну отлично, выбираем. Так. Так, что еще? Оружие. Так, у нас есть АК-47. Раскрученное. Так, смотрим, ну что тут уникальное оружие. Выбрать песочный человек. Тут оружие у нас, значит, перфоратор. Вот эта вот штучка. Очень так крутая. Ладно. Боеприпасы. Опять же, можно купить разные стрелы, метательные ножи, сигнальные ракеты, мины, снаряды, болты, коктейли. Что только нету. И карты. Карты. Которые тоже надо будет купить. Либо их дают потом по миссии. Я так понял. Ладно. Будем двигаться. Не будем застаиваться на месте. Будем двигаться и двигаться. Жизнь в движении, как говорится. Полетим на
дельтаплане. Вообще классная штука. Вау, круто. Такой ветер прям в ушах. Извините, а он снизу, видите, коршуном вьются, орлы, вернее, летает. Что ж ты вьешься, да, над моею головой? И... есть, отлично приземлился, отлично. Просто потрясающе. Блин, топир. Мне же они нужны, топиры. Как воздух просто. Нужны топиры. Без топиров жизнь вообще не жизнь. Так, ну что там у нас? Так, 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 так. Два топира осталось для того, чтобы нам расширить кобуру. У нас есть еще один навык, я про него совсем что-то забыл. Так, позволяет целиться и стрелять с пистолета во время перемещения тела. Ага. Ну что ж, давайте выберем его. Еще один нужен топир. Где же мне еще одного найти? А вон же они, да? Вот они, два топира. Нам нужен один. Хорошенькие такие, прям аж, не знаю, такие мяконькие пирчики. А, изготовление. Угу. Так, значит, у нас кобура. Есть! С этим я вас и поздравляю. Так, ну тут движемся, движемся мы. Скучная дорожка впереди. Неизвестность. Кто-то едет. Ну-ка, братан, остановись. Дай... дай тачку погонять. Твою мать, только масло поменял. С вами Набера Ирана, и мне есть что вам сказать. Видели лагеря переподготовки, которые пойдут по нашей колбасе? Только масло поменял, говоришь, да? Итак, друзья, добрался до ближайшего дома. И мы теперь сейчас зайдем, попробуем купить сейчас... или взять, вернее. Даже, по-моему, там уже у меня для меня открыто какое-то оружие. Так, вот перфоратор. Вот. Опа. Так, мы сюда его сложим. Отлично. Вот это ствол, я понимаю. Сейчас мы попробуем из него, так сказать, выжать максимум. Вот он. Отлично. Ну что ж, давайте его применим в деле. Давайте по пути выполним задание дополнительное. Что тут за стрельба такая-то, а? Ничего себе тут ребята отдыхают, тренируются. Мощно так стреляет, вообще классно. Вот у меня уже гул в ушах.
брат мой, Белонг. А ты? Ты Аджай. Это моя церковь особенная. С пушками? Конечно же. Кротки унаследуют землю, друг мой, но им нужны стволы. Откровение 5.5, скажем так, воодушевляет. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. Спаситель! Наш спаситель вернулся к нам в облике льва? Воина! И тогда я подумал, когда Сын Бога возродится, какое оружие он выберет? Что? Христос вернется, чтобы снять 7 печатей и принести упокоение! Он вернется в образе льва, да? А льву нужны зубы. Что бы выбрал Иисус? Второзаконие, 32 стих 47. Ибо это не пустое для вас, но жизнь ваша. А может, притчи 19.11. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Не понимаю, что ты... Воин знает! Воин всегда знает! Ибо видели упокоение и выжили. С оружием творим дела праведные, ибо каждая пуля — проповедь. Каждая пуля — наказ. За каждый рупор лжи и пайгономина, которую умолкнет, ты получишь награду. Дерзай, на все воля Божья. Вот, держи. Это за первый. Банабур атакуют! Пришлите подкрепление! Сабал, в чем дело? Враг наступает! Лучше не лезьте так! И сказал он мне: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари! Да, священник, конечно, это какой-то так странный дядя. Так, нам что тут, значит? Может покупать боеприпасы. Модифицированное оружие. Так, и нам надо сейчас, я так понимаю, срочно рвать когти. Ехали. Задание. Напряженная такая музыка. Давайте посмотрим, что тут. Что происходит-то вообще? Что вы тут за крики? У нас новое оружие, поэтому мы сейчас его и... Фига себе. Он какой-то... Натик. Не взрывается просто. Вообще классная, кстати, пулеметик вообще шикарный. Куда ты полез? Так. Какой-то беспредел просто происходит. Что-то всех валят. Ну, мы идем методично, вырезаем просто всех. Чувак загорелся, ничего себе. Деревню развалили, гады. Эй-эй-эй-эй-эй! Блин. Так, еще один у нас вроде бы остался вдалеке. Вон он бегает. Фига себе, бежит. Интересно, добежит до нас, нет? Живучий гад, ё-моё. Боже мой, всю деревню сожгли, а? Так.
Что такое? Наши, не наши, непонятно. Вроде не наши. На тебе. Так, там еще двое, да? Это вообще жесткая такая миссия. Так, наши помогают. Там осталась Бхадра. Агай, спаси ее. Так, спасти. Нужно будет сейчас Бхадру. Рики, огонь. Коктейль Молотова, ужас, что происходит, все горит. Эти гады кидают. Да что ты, блин? Фига себе. Кстати. Кидает коктейль, зараза. Горел. Фу. Что тут еще, а? Че себе? Да, вот это. Вот это миссия. Давайте подождем, пока он догорит. Пролезем в окошко, я так понимаю, нужно, да? Отжарился парень. Кадра, так. Кадра, где ты? Кандра. На. Здесь может задохнуться в таком дыму-то. А здесь ее нет. А вот она. Да, как она еще здесь еще выжила. Ей нужно на свежий воздух. Она может подарить народу надежду. Сабал, она еще мала и напугана. Отведу ее домой. О людях подумаем позже, ладно? Спасли дочку Амиты. Спасибо. Не за что. Какие проблемы? Спасли Аджая себе на голову. Разозли Пола, и он вырежет деревню. Аджай ни при чем, это я. К тому же, нам не до того. Они взяли аванпост. И заложников тоже. Ладно, сперва аванпост. Без него все пути отрезаны. Пошли. Я тут полдеревни спас, а она меня еще обвинила, да? Вот она, несправедливость. Здесь были дома и жили люди. А теперь да. Здесь смерть. Дома мы отстроим. Но кто воскресит погибших? Ну что ж, я думаю, на этом мы будем завершать. С вами был Родригес. Подписывайтесь на канал, смотрите следующие серии. Всем до встречи, друзья.